Рады за тех, кого приручили, и в ответственности за них. И вот Эдуард Осадов написал стих о рыжей дворняге. Ну, давайте погрустим. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прости, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник впивался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною смотрели два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у парадного входа сказал: «Что, оставлен? Бедняга! Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга!» В вагоне, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, рыжие дворняги не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. В кровь лапы о камни разбиты, споткнувшись, кидается снова, и выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Спасибо.